Приветствую вас на моем канале, с вами Лилия Донскова. И сегодня мы с вами посмотрим из каталога номер 16 компании Oriflame новинку. Это 5 исключительно новых оттенков помад в серии Giordani Gold. И это просто это что-то. Металлик. Название металлик. И сейчас у меня на губах один из оттенков. Это код 35395 «Холодная роза». Он просто невероятно хорош. Во-первых, сама помада в шикарном золотом футляре. И вот так она выглядит. Чудо! Мои ощущения на губах, она лежит очень плотно. Я не могу сказать, что это такая мягкая увлажняющая помада, я ее даже чуть-чуть чувствую, но она настолько великолепная, это такой роскошный цвет, как взять зеркало, чтобы вам не загораживать. Ну, мне кажется, это супер. Я хочу попробовать все помады и выбрать, какую я закажу для себя. Тем более, что в 16-м каталоге на помаду будет проходить акция. И если у вас будет в заказе любой продукт из каталога, кроме кое-каких продуктов с страницы 174-175, то есть кроме этих помад, то вы сможете эту помаду приобрести всего за 339 рублей. По-моему, это чудесная цена. А если у вас есть скидка консультанта, то будет еще минус 20%. Ну а я приступаю к дегустации. Планирую еще попробовать 4 цвета. Запоминайте, это оттенок «Холодная роза» 35395. Следующий оттенок – сияющий нюд, его код 35394. Потрясающий красивый цвет, такой золотой, сияющий, просто невероятный. И я теперь теряюсь, какой же тон себе заказать. Но мы переходим к следующему оттенку. Следующий оттенок – рубиновое мерцание, его код 35396. Это просто бомба, на мой взгляд. Эта помада будет самая популярная, ну, по крайней мере, из трех, которые я уже попробовала. Это просто шикарный цвет, я очень хочу такой цвет. Но нам еще нужно попробовать с вами две помады, чтобы точно определиться, какой цвет взять или какие цвета. Поехали дальше. Следующий оттенок – морозный аметист. Его код 35397. Чудо! Такой цвет, он уже несколько лет, по-моему, актуальный. Мне очень нравится. Не могу на себя налюбоваться. Интересно, какой цвет, на ваш взгляд, мне больше подходит? Обязательно пишите в комментариях. И завершающий оттенок – гранатовый кристалл, его код 35398. Такой насыщенный, такой темный оттенок. Ох, огонь! Мне понравились все первые три оттенка, даже четвертый, но этот для меня как-то слишком яркий, темный, не очень комфортно себя в нем чувствую. Но помады суперские, такое плотное покрытие, такие насыщенные, вот этот матовый и металлик сочетание просто невероятное. Помады я довольна, буду обязательно заказывать. А в комментариях жду от вас ответа, какой тон помады вы все-таки мне бы рекомендовали. До новых встреч, вкусных вам покупочек, ставьте лайк, оставайтесь на нашем канале. С вами была Лилия Донскова, пока-пока!